И снова доброе утро, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня на обзоре мы разберем следующую модельку от фирмы Columbia с климатической мембраной Omnitech. Модель будет называться VTS Fast Track Mid. Ценник у них 8000 рублей. Состав 44% натуральной кожи, 31% полиэстер и немножко текстиля. Давайте рассмотрим сначала внешний вид данной модели. Она представляет себя вот такие вот высокие полуботиночки от фирмы Columbia. Данная модель имеет климатическую мембрану между внешним слоем и подкладкой. Подкладка здесь у нас текстиль, как вы можете видеть. Модель облегченка, рассчитана на осень-весну, на прохладную и влажную погоду. Маркировка Waterproof and Breathable намекает на то, что здесь используется мембрана Omnitech, которая отводит пары пота наружу и не пропускает влагу внутрь. В промежуточной подошве у нас используется, как всегда, EVA средней жесткости. Подметка выполнена из износа стойкой резины с направленным протектором от фирмы Columbia. Подкладка текстиль. Сразу смотрите, ребят, когда покупаете обувь, если на обуви имеется маркировка waterproof, это подразумевается то, что она не промокает, и здесь используется климатическая мембрана. Подъем у данной модели средний, небольшой. Сетка здесь двойная. И вот такая вот шнуровка. Модель новая, буквально вот сегодня пришла. Решил вам показать, снять на обзорчике. Сейчас как раз будет актуально. Скоро наступают холода. Последний месяц теплый, ребят, это август. Ну и немножко сентября. Значит, натуральная кожа у нас используется вот в этих вставках. Здесь натуральная кожа. Задник искусственный. Здесь вообще вот эта часть, она прорезиненная. Данная модель проклеенная, как вы можете видеть. Косяков на первый взгляд нет с проклейкой. Имеется глухой клапан, что плюс. Данная модель не будет промокать, если в них наступить воду. Ну, примерно вот по щиколотку. Бампер здесь тоже усиленный, усиленный мыс. И модель должна вентилироваться, что намекает, о чем намекает двойная сетка. Модель предназначена для трекинга, для походов по пересеченной местности. Ну, в принципе, можно и по городу в ней гулять. Давайте-ка я их сейчас померяю и посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Ну что, по плюсам, ребят, хочу отметить приемлемую амортизацию, среднюю, не то чтобы они прям очень сильно амортизируют, но средняя амортизация присутствует. Конечно же, главный плюс этой модели – это климатическая мембрана, которая отводит пары пота наружу, не пропускает влагу внутрь. Мембрана здесь хороша, однозначно. Нога вентилируется. Очень хорошая вентиляция у данной модели.
И вес, ребят, они очень легкие. По сравнению со всеми закрытыми трекинговыми кроссовками, данная модель обладает наилегчайшим весом, на мой взгляд. Вот. Так что, ребят, смотрите, всем, кому понравилась данная моделька, приходим в магазин Спортмастер, меряем, если понравится, приобретаем. Ссылку на покупку я обязательно оставлю в описании к этому видео. А еще по размерам. Точную размерную сетку всегда уточняйте на сайте данной модели. Там представлены размеры в сантиметрах, европейские, русские размеры и размеры США. В целом модель достойная, как трекинговая обувь на сезон осень-весна. Даже на дождливую погоду, ребят, подойдет. В лес куда-то, по росе ходить, опять же на велосипеде кататься, тоже будет вполне достойно. Так что, ребят, пишите лайки, ставьте комментарии. Так что, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки. Пишите, кому понравилась данная модель. Хотели ли вы себе приобрести такую? Внешне мне очень понравились. На этом, ребят, я буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Желаю вам счастья, добра, хорошего настроения. Самое главное – здоровье. Носите удобную и правильную обувь. Всем пока-пока.